Добрый день, уважаемые слушательницы сегодняшнего вебинара, точнее, вебинкаста. Я Вик Орлов, и тема у нас сегодня формулируется так: шарм и маски. Ну, почему так, вы чуть позже поймете. Те, кто посещает наш вебинар «Лоунж», так называется это место, впервые, в левом нижнем углу есть форма отправки вопросов и других нежностей. Милости просим, коль душа того запросит. Отвечаю я всегда всем, но если вопросов будет много, то, возможно, потребуется некоторое время. Указывайте, пожалуйста, ваши работающие адреса и email, чтобы на них от меня что-нибудь дошло. Сразу предупреждаю, хотя я буду вещать местами от имени мужского племени, тем не менее, все сегодняшнее исполнение задумано с целью помочь именно вам, милые дамы. Ну, просто чтобы в ваших жизнях сдвинулись какие-то моменты, и полезно смотреть на мир не только своими глазами, но и глазами тех, кто смотрит на вас. Итак, тема, как я уже сказал, шарм и маски, и начну я вот с чего. Каждый мужчина совершает определенные ошибки в общении с дамами. Нас, мужиков, женщин дурачат, кидают, лапошат и подло очаровывают своими физическими данными. Мы падаем жертвами своих реверансов в адрес слабого пола, натираем себе колени, припадая к стопам, и вообще ведем себя как последний идиот и большую часть своего времени, когда речь идет о межполовых отношениях. И в итоге мы нарываемся на то, что с нами обращаются как с низшими существами, заставляя тратить кучу времени, гоняться за теми, кто нас обманывает, использует и бросает в самый неожиданный момент. Учит ли нас мужчин чему-то этот опыт? Нет, не учит. Каждый раз, когда мы думаем, что уже теперь-то все будет совсем по-другому, и что стоит нам только получше постараться или сделать что-то иначе, и все изменится, а вот это вряд ли. И в итоге, после мучительного метода проб и ошибок, и после килограммов разбитых сердец, мы, мужчины, точнее, самые умные и независимые из нас, выработали для своей собственной безопасности определенную классификацию, которая помогает нам успешно пресекать коварные происки и оставаться в здоровье и в здравии. Поскольку вы собираетесь изучить секреты кластерного соблазнения, вам необходимо знать эту классификацию и стараться избегать исполнения тех ролей, от которых мужчина может шарахаться как черт от ладана. Точнее, избегать надевания тех масок, о которых вот мы сегодня будем разговаривать. Конечно, вы можете поймать в своей сети определенный контингент, даже не следуя рекомендациям, которые я сегодня дам. Но это будут совсем не те мужчины, которых вы на самом деле реально заслуживаете. Эволюция все больше приводит мужчин к тому, что они учатся сопротивляться всевозможным проявлениям стервозности в женщинах. А стервозность когда-то являлась весьма сильным оружием манипулирования против нас, мужчин. Сегодня у мужчин нет такой проблемы со знакомствами, с информацией, как раньше, может быть. Интернет убрал преграды между полами, и куча порталов знакомств позволяет разобраться в своей избраннице намного быстрее, без риска нарваться на ведьму. Это значит, что все меньше шансов увлечь достойного мужчину с помощью всевозможных манипуляций и все больше необходимость хорошо разобраться в том, как на самом деле это делается. К чему мы сейчас, собственно говоря, и перейдем. Итак, давайте вначале рассмотрим то, как происходит воздействие между полами с помощью шарма и воздействие с помощью маски. Сначала мы определим понятие. Что такое шарм? Шарм – это очень такая воспеваемая, идеализируемая и очень малопонимаемая штука. На самом деле все очень просто. Шарм – это когда ваше внутреннее содержание соответствует тому, как вы себя ведете, полностью соответствует. Если, допустим, вы по натуре женщина-вамп, то и ведете вы себя как вамп. Если вы по натуре, скажем, там первоклашка, школьница, то и ведете вы себя как школьница. Вот если это одно из этого соответствует другому, тогда вас можно назвать женщиной шармом. Ну, у мужчин чаще есть такое понятие харизма, что очень тоже схоже между собой, как и шарм тоже, но на самом деле немножко отличий там есть, но не суть. Итак, смотрите, мы видим слева фотографию симпатичной девушки, а справа фотография мужчин. И между ними есть стрелочка, одна единственная стрелочка, которая показывает наиболее простое, наиболее мощное, наиболее эффективное воздействие этой женщины на этого мужчину. Но обратную стрелочку не рисовал, хотя она тоже здесь есть, поскольку мужчина тоже может воздействовать на эту женщину, но пока мы касаемся только вот такой односторонней, что ли, темы. Итак, вы видите надпись такой: прямой поток или шарм. То есть прямой поток – это прямая линия воздействия женщин на мужчину. И она осуществляется в своей самой мощной, самой полной форме, именно если женщина обладает шармом, то есть если она естественна. Ну, быть естественной – это не так просто, как вы увидите чуть позже, но пока я хочу подсказать вам, что именно прямое воздействие, именно прямой поток, именно вот это вот наличие у женщины внутреннего и внешнего баланса, то есть шарма, и влечет за собой максимальную удачу, максимальный успех в личных отношениях,
и так далее, и так далее, и так далее. Как только эта линия начинает отклоняться от прямой, как только эта линия начинает вести куда-то еще, а это будет на следующем слайде, вы сразу получаете проблемы. Итак, здесь нужно сделать такой вывод, что прямой поток или управление другим полом с помощью шарма является наиболее прямым, наиболее простым, наиболее эффективным и наиболее честным способом общения, что и вызывает определенные позитивные сдвиги в межполовых отношениях, ну и в личной жизни, конечно. Сейчас мы перейдем к следующему слайду. Итак, на этом слайде мы видим несколько иную, намного более драматичную ситуацию. Ну, тем не менее, эта ситуация встречается намного чаще, чем та, которую мы только что рассмотрели. Итак, здесь к двум тем же самым персонажам, девушке слева и мальчику справа, мы добавляем еще один. Это маска. Ну, это, по сути дела, девушка, которая надела вот эту вот маску. О масках мы поговорим чуть позже, какие маски вы, милые дамы, любите надевать. Но пока мы посмотрим, почему данная схема будет создавать проблемы в общении. Ну, во-первых, мы понимаем, что в этом случае женщина слева уже не общается напрямую с мужчиной справа. Что происходит? Смотрите, когда она управляла этим мужчиной, когда она общалась с ним с помощью прямого потока, она сама общалась с ним. То есть это была именно эта женщина, которая хотела добиться внимания, любви, уважения, там, не знаю, брака, секса с этим мужчиной. Так было до тех пор, пока она не решила накосячить и не решила искривить прямой путь. Что происходит в этом случае? Смотрите, по прямому потоку, то есть с помощью шарма, она уже не общается. Мы видим красный крест, который блокирует этот поток. То есть прямого общения, искреннего общения, общения на понимание между людьми уже не существует. Вместо этого женщина надевает нечто такое, что начинает работать автоматически. Ну, как это происходит часто в жизни? Например, она там может пойти на какой-нибудь там форум и где-то там нахвататься от каких-то милых дам информации о том, что нужно вот с мужчиной вот притворяться, вот вести себя вот так-то, вот быть такой-то или такой-то, и тогда он попадет в ваши сети, в вашу ловушку. На самом деле, все это, как вы видите, опять-таки чуть позже, когда мы будем рассматривать маски, это все абсолютная чушь, и вы поймете, что это чревато серьезным последствиям. Что происходит в этом случае? Женщина, как вы видите из этой картинки, перестает общаться с человеком, который ей нравится, может быть, который ее привлекает, и которому она, скорее всего, нравится тоже, перестает общаться сама. Вместо нее начинает общаться нечто автоматическое, некий такой робот, некое такое зомбообразное существо, которое обладает определенным стандартным жестко зашитым набором программ. То есть это то, что называется маской. И сама женщина пытается воздействовать на человека через этот автомат, через этот агрегат. Она не чувствует этого человека с этого момента, и она не чувствует его внимания к себе. То есть она выключается из общения, и вместо этого, вместо этой женщины, общается и получает информацию, и выдает информацию. Вот это промежуточное звено, вот эта маска. То есть с этого момента общение женщины с этим человеком не происходит. Общается что-то еще, отдельная сущность, отдельный персонаж, отдельная какая-то роль, которую пытается играть эта женщина. Может быть, даже из самых-самых лучших побуждений. Но на самом деле благими намерениями от вымощен, и ни к чему хорошему такое общение не приводит. А не приводит оно вот еще почему ни к чему хорошему. Потому что эта женщина перестает быть искренней, она перестает быть сама собой. Она скрывает от мужчины, что общается с помощью маски, поскольку ей интересно им манипулировать. И эта маска пытается добиться внимание и, ну, скажем так, подчинение этого мужчины для этой женщины, как будто бы. Но на самом деле маска добивается подчинения и общения только для самой себя. Женщина в этом случае не получает абсолютно ничего. Ни внимания, ни любви, ни искренности. Ну и она вызывает, естественно, реакцию такого же типа. То есть мужчина тоже может быть поддаться такому соблазну и тоже надеть маску. И будет общаться просто одна маска с другой, а сами люди ничего не получат. Даже если они каким-то образом, там, скажем, сойдутся, там будут между собой женаты или просто будут в каких-то близких отношениях, это будет все равно общение масок. Сами люди будут спать, они будут выключены из общения и будут общаться автоматикой. То есть, ну, не знаю, одно дело, например, когда вы сами руками там щупаете
там, гладите кошку, условно говоря, а другое дело, когда вы делаете это с помощью какого-то механического протеза. То есть вы сами никаких ощущений при этом приятных не получаете. Вы просто видите, что там кошку что-то такое гладит, там, что кошка вроде мурлычет, но вы не получаете того кайфа, который должны были получить. Пожалуйста, обратите на это внимание. Вот понимание того, чем отличается общение через маску от общения с помощью прямого потока шарма, очень важно, иначе вы не поймете, о чем мы с вами будем говорить вот сейчас здесь и в нашем курсе «Кластерное соблазнение». Потому что вы можете, конечно, немножко играть, вы можете бросать какие-то там, создавать какие-то игры для другого человека, какие-то загадки, но это не должно идти от маски, это должно идти только от вашего шарма, от вас самой. Вот на это обратите особое внимание. На этом сыпется 99% всех женщин, которые чувствуют, что у них есть проблемы в личной жизни. Они не замечают, что они общаются не сами, а общаются просто их какие-то там маски. Причем маски могут быть различные, их могут быть там десятки ключевых масок, как вы сейчас узнаете, 12. Сейчас мы их рассмотрим все. Поэтому, пожалуйста, если вы себя любите, если вы цените свое благополучие, в том числе и межполовое благополучие, пожалуйста, обратите внимание на то, что чаще всего, скорее всего, вы общаетесь не сами. То есть вы где-то там спрятаны, общается какая-то ваша маска. Вот на этом я хочу сейчас перейти и к следующему нашему слайду. На этом слайде я хочу дать вам три совета по хотя бы частичному высвобождению энергии вашего шарма. Я понимаю, что эта проблема полностью, конечно, не снимет. Многие слишком срослись со своими масками, привыкли общаться только через маски. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы хотя бы немножко себе помогли и в плане самокритики, и в плане саморазвития, и в плане просто оценки того, что может происходить в вашей жизни. На тему шарма есть масса всякой информации, но ни одна из них не является на самом деле технологичной. Более того, у многих женщин есть такое стойкое фиксированное убеждение, типа такого: «я не собираюсь ничего себе менять ради каких-то там мужиков». Если они не могут справиться с тем, какая я сейчас, то это их проблема. Так, милые дамы, ни черта не выйдет, потому что это не вы сами такое суждение выносите, а выносит именно какая-то из ваших масок. Ну, может быть, маска расстроенной, расчарованной, там, обиженной женщины и так далее, и так далее. А святое правило жизненного успеха гласит: либо ты, дорогой друг, расширяешь свои убеждения, либо ты сужаешь свои потребности. Мир вам ничем не обязан. И ваша жизнь целиком и полностью определяется тем, сколько сил вы готовы реально вложить в ваше саморазвитие. В то же время никакое саморазвитие невозможно без признания того, что вы не все знаете и не всегда бываете правы. Это, конечно, в равной мере относится и к мужчинам. То есть я далек от сексизма, я не считаю, что изменять нужно только характер там, или менталитет женщин, а мужчины могут оставить все как есть. Нам еще тоже много чего есть, что нужно бы скорректировать. Так вот, откуда берется в женщинах такая нелогичная манера отказа от ответственности за самих себя и отказа от изменений, которые могут привести их к лучшим отношениям? Мы все считаем себя достойными самого лучшего, и одновременно с этим мы считаем себя всегда и полностью правыми. Поэтому те женщины, которые отказываются меняться, просто крепко убеждены, что принц на белом коне – это тот, кто любит их такими, какие они являются, ну и конь тоже заодно их любит такими, какие они являются. Звучит это вроде бы здраво, а на самом деле это просто чистейшей воды отмазка. Будь мы всегда и во всем правыми, мы бы давно уже были ангелами. Но вот я, например, что-то нимбов вокруг не вижу. Не знаю, может, вы их видите. Каждый из нас хочет принести в отношения с другим человеком лучшее, что есть в нас, и ждет того же, естественно, от нашего избранника или от нашей избранницы. Только прикол-то в том, что мы не знаем, как это лучшее у нас на самом деле выглядит. Чтобы стать лучше, мы должны допустить мысль, что сейчас мы не идеальны, то есть иногда ведем себя неправильно. И получается, как вы видите, замкнутый круг. Поэтому дайте-ка я вам дам три совета по высвобождению вашего женского шарма с точки зрения технологии влияния. Это не заменит вам, естественно, детальное изучение кластеров, но во многом поможет взглянуть на себя по-другому. Принцип первый. Разрешите себе получать. То есть, другими словами, этот принцип можно сформулировать как принцип радостного получения. Позвольте мужчинам делать что-то для вас, не требуя этого. Фишка тут вот в чем. Событиями можно управлять в жизни не только в отношениях, но вообще в жизни с помощью двух путей. С помощью понимания и с помощью силы. А шарм, истинный шарм, это ни в коем случае не сила. Там, где есть сила, там всегда есть сопротивление этой силе. Даже самый покорный мужчина будет противодействовать силе, которую вы прилагаете, чтобы его заполучить. Точнее, прилагает, естественно, ваша маска. А когда две силы сталкиваются, возникает, ну, как и в физике, возникает такая масса, возникает барьер. А барьер, масса – это всегда остановка. Вот вспомните все сферы вашей жизни, в которой у вас дела не идут.
Так вот, не идут они там, где вы пытались прикладывать силу или пытаетесь прикладывать силу для решения каких-то ситуаций. Это могут быть споры, конфликты, не дай бог, всякие аффирмации, которые тоже создают проблемы, упрямство, обман и так далее. Вместо этого всеми решениями рулит только понимание, которое состоит из трех вещей, но об этом как-нибудь в другой раз, потому что иначе это много времени займет. Максимально понимая, что с вами происходит, вы убираете силу и те барьеры, которые имеются в вашей жизни. Все эти сгустки проблем, все это расстройство просто перестают существовать или очень сильно снижает свою эффективность. Поэтому, я еще раз повторю, позвольте себе получать входящий поток от мужчин. Там, внимание, подарки, просто помощь, там, пусть он там поднесет вам что-то, но не требуйте этого. Так устроена ваша женская натура. Она готова принять, но делает это мудро и без усилий. И, конечно, благодарит за это. Второй принцип – это отказ от тотальной правоты. Попытка доказать мужчине, почему, например, ваш там выбор ресторана лучше, чем его, или почему вы более правы в вопросах покраски потолка, вам шарма не добавляет. В этот момент вы ведете себя как альфа-самец, а никакой мужчина, потому что мужчина по природе своей сам является альфа-самцом, так вот никакой мужчина не привлекается и не симпатизирует другому альфа-самцу. Неважно, каким путями вы добиваетесь своей правоты, там, слезами, угрозами или отказом там, в сексе, если мужчина вынужден вам уступить, значит, вы оказались правы, а он нет. И значит, вы больше альфа в данный момент, чем он. Это не значит, что вы всегда должны уступать. Это совсем не гуд. Вы просто должны позволить другому также быть правым, предоставляя ему нести ответственность за принятое им решение. Спор и противодействие – это сила. А где сталкиваются силы, как вы знаете, там мы имеем проблемы. Поэтому лучше быть мудрой, чем навязчиво правой. И третий принцип – не путайте занятость с активностью. Хорошая идея, конечно, показать всем вокруг, насколько активной жизнью вы живете, насколько жизнь полна интересных событий и всего такого прочего. Но если вы будете постоянно говорить мужчине о вашей занятости, это создаст у него впечатление, что на серьезные отношения у вас просто нет времени. Большинство женщин никак не хотят понять или они просто не понимают простую вещь. Мужчина хочет быть женщиной, которой он нужен для чего-то. Так что если мужчина вам в жизни вообще не нужен, или вы не готовы быть с ним то или иное разумное время, то он у вас и не появится. Это прикольно, что ваша жизнь, конечно, не оставляет вам ни минуты свободного времени. Но если мужчина приглашает вас на свидание, то не говорите ему, какая вы занятая, и что как только вы освободитесь, вы сразу дадите ему об этом знать. Скажите ему что-то типа там, знаешь, дорогой, в эти дни у меня полно всякой активности, но я буду очень рада тебя видеть. Как насчет встречи во вторник? Это звучит намного мягче и придает вам некоторую загадочность, которую ценит мужчина. И, конечно, он теперь видит, что хотя ваша жизнь бьет ключом, но и ему место в ней имеется, и это его порадует. Ну, а теперь, собственно говоря, и о самих масках. Давайте посмотрим в связи с тем, что мы уже обсудили, каких женских ролей вам жизненно необходимо избегать, чтобы выиграть конкурентную гонку и не остаться с носом, общаясь с сильным полом. Таких ролей, основных ролей, точнее масок, магическое число, их 12. Другими словами, давайте посмотрим, кем лучше всего не быть, если вы реально планируете устроить свою личную жизнь. Итак, милые дамы, давайте посмотрим те 12 масок, которые лучше на себя не надевать, если вы хотите что-то получить от ваших отношений с противоположным полом. Первая маска, первый типаж, негативный типаж – это феминистка. Что это за типаж? Ну, это женщина, которая убеждена, что все зло мира и все проблемы создаются и поддерживаются исключительно мужчинами. И что самым лучшим было бы, если бы все мужики дружно отрезали себе свои мужские достоинства и сделали операцию по перемене пола. Феминистки верят, что женщина – это ангельское создание, которое превратило всю землю в рай, если бы ей не мешал этот чертов патриархат. Любая женщина, которая исповедует эту ерунду, живет в мире иллюзий, и ей никогда по-настоящему не удастся решить свои проблемы одиночества. А это одиночество рано или поздно свалится на нее со всей своей силой. Опознать себе героиню такой пьесы очень легко. Главная мантра, которую твердят феминистки, это такая: «Все мужики думают только своим». Ну и можете закончить эту фразу сами. Толковые мужчины бегут от таких женщин, как от огня, чувствуя их за километр. Если вы склонны к феминизму, то вам никакие кластеры не помогут. Пожалуйста, убейте в себе эту заразу, снимите эту маску. Вторая милая маска – это маска мисс Хватайки. Это тип женщин, которые просто охотятся за деньгами мужчин. Все очень элементарно.
Это совершенно однозначный тип потребительницы в своем высшем проявлении. Она требует и ожидает, что мужчина станет всю жизнь ее финансировать, потому что она рождена женщиной. По ее мнению, мужчина должен всегда и везде платить за нее, оплачивать обеды, ужины, завтраки, полдники. Должен покупать ей драгоценности, меха, оплачивать путешествия, в то время как у нее не возникает никакой мысли о взаимности и никакого чувства неудобства или вины. Ну, фактически, это разновидность продажных отношений. Такая женщина думает, что ее женские прелести сделаны из золота и стоят как минимум лимон баксов. Это живое воплощение жадности. У нее нет даже представления о том, что у ее жертвы есть какие-то чувства. Она заинтересована лишь в том, чтобы получать всего, чего ей хочется. Мужчина начинает понимать все больше, что многие очень милые в общении дамы на самом деле относятся к этой категории. Это легко просчитывается, кстати, на основе хитрого поведенческого теста, о котором вы узнаете на курсе по кластерам, если вам повезет, конечно, в него попасть. Я понимаю, что любая женщина имеет право на материальную и иную защиту и на заботу, и обязанность настоящего мужчины это сделать. Но не надо превращать такое женское поведение в исключительную самоцель и способ манипулирования, иначе от ваших кластеров останутся рано или поздно только рожки да ножки. Хотя настрелять себе парочку, может быть, тупых папочек кому-то и удастся, но устроить себе полноценную личную жизнь, комфортную для тела или души, вот это вряд ли. Еще один милый убийца ваших женских надежд на благополучную семейную жизнь – это маска мисс романтичности. Это один из самых невыносимых для мужчин типажей, который живет в мире грез и фантазий, основанных на мыльных сериалах, на мелодрамах, на дамских романах и сказках про Золушку и Ассоль. Каждую ночь такая дама отправляется домой одна, чтобы потратить часы на чтение журнала для новобрачных и на разглядывание сладких пасхальных картинок с голубками, сердечками и счастливыми семейными парами. Она воображает, что прямо сейчас, пока она находится в плену своих грез, к ее дому подъезжает принц очарования, аккуратно, белом мерине, хватает ее на руки и предлагает ей сходу полное пожизненное решение всех ее проблем. Мисс Романтичность воспитана как принцесса своей родней и окружением. И ей совершенно невдомек, что в реальной жизни нужно платить по счетам, нужно стирать белье, нужно готовить обеды и чистить унитазы. Такая дама требует к себе королевских почестей, абсолютно, как правило, холодна в постели и способна буквально за одну ночь превратиться в визжащее чудовище. И если вы не хотите, чтобы от вас бежали без оглядки, избегайте, пожалуйста, носить эту маску. Продолжим наши танцы с масками. Следующая маска – это маска, которую называют мисс неуловимость. Ну, этот тип связан с предыдущим типом, ну, так сказать, с темной стороны. Он, как правило, пострадал. То есть, эта маска обычно девается женщиной, которая, как правило, там, скажем, пострадала в каких-то из прошлых отношений и ходит вся из себя такая раненая в своих чувствах. Это вынуждает ее подсознательно избегать или саботировать любые отношения в настоящем времени. Знакомство с такой женщиной – это одно из самых сильных разочарований, которое может заполучить себе, не дай бог, мужчина. Сначала она проявляет к нему большой интерес, но потом быстро сбегает, и это повторяется в ее жизни снова и снова. Мисс неуловимость – большая мастерица так называемых смешанных сообщений. Она будет флиртовать с мужчиной и ходить на свиданки, но мужчине никогда не удастся выбиться из категории друга во что-то более для него привлекательное. При этом она будет выдавать миллион извинений за свою недоступность, и все они будут лишь попыткой самообмана, стремлением защитить себя от осознания того факта, что у нее просто нет времени и желания нормальных отношений. Я бы порекомендовал вам избегать этой роли. Ну, а мужчинам, если они сейчас это внимательно слушают, посоветовал бы держаться подальше от таких неуловимых дам. Еще одна очень, кстати, частая маска, которую любят надевать на себя женщины, это маска «Мисс Злость». Как и феминистка, «Мисс Злость» весьма и весьма не любит мужчин. Такие женщины презирают мужиков и весь мужской пол и готовы вытрясти из каждого встречного мужчины все его проступки и грешки. Для мисс Злость не существует такого понятия, как милый парень. У нее все мужики – козлы, уроды, свиньи и весь прочий креатив. Если у вас в подругах есть такой тип, да и другие типы, кстати, масок тоже, вам лучше поостеречься, потому что их влияние на вас может оказаться губительным, и вы тоже можете превратиться в нечто подобное. Но вряд ли оно вам надо. Мисс Злость уплескивает свой гнев направо и налево, она может взорваться в любую секунду. Если только мужчина не полный идиот и мазохист, и не обожает постоянные драмы и вопли, ему нужно быть подальше от таких дам. Ну а вам, милые дамы, сами понимаете, избегать этой маски как огня.
Еще одно чудо разрушения хороших отношений – это мисс озабоченность. Вначале такая женщина может показаться очень даже великолепной, милой и заботливой. Однако внутри нее самой сидит очень сильная неуверенность и страхи, и все это весьма быстро вылезает на поверхность. Спустя короткое время она начинает звонить мужчине по 10 раз в день, задает кучу вопросов на тему того, как развиваются отношения, или потому что якобы хочет услышать его голос. Ей нужно постоянное подтверждение, что она привлекательна, и она постоянно волнуется, все ли в порядке с ее макияжем и одеждой. Она прилипчива, она занудна, она постоянно нуждается в внимании, ей все время кажется, что мужчина в любой момент времени может ее бросить и уйти к другой. Мужчину от этого заколбашивает в считанные дни, и состояние отношений ухудшается очень быстро. Дальше у нас по регламенту идет классика жанра. Это маска стервы. Этот тип – самый главный ужас женского мира с точки зрения мужчин. К сожалению, многие женщины считают этот типаж исключительно успешным и стараются где надо и где не надо ему подражать, отчего зарабатывают рано или поздно столько несчастий, эмоциональных падений и болячек, что, зная они об этом заранее, они бы как от смерти бежали бы от, казалось бы, такой удобной ролевой игры. Это очень неприятный в общении тип женщин, которые с мужчинами обращаются весьма плохо. Это эгоистки, которых не заботит никто и ничто, кроме них самих. Подруги таких женщин, если у вас есть в окружении такая дама, не обольщайтесь. До вас им нет никакого дела. Ими рулит исключительно желание контролировать. Им совершенно плевать, задевают они чьи-то чувства или нет. Большинство стерв – это одновременно еще и мисс-хватайки, что совсем неудивительно. Эти женщины, как правило, имеют весьма привлекательную внешность и хорошо одеваются, их выдает снобизм и высокомерное хмурое выражение лица, с которым они надменно шествуют по жизни. Типаж этот легко узнаваем, и хотя определенной категории мужчин кажется порой весьма привлекательным, но это все равно такая категория, от которой вам нужно просто тоже держаться подальше, потому что от таких мужчин вам толку в жизни не будет. Так что не тратьте времени на отработку этой роли. Любая искусственная роль имеет одну серьезную опасность. Она затягивает все больше и больше, и рано или поздно вы проходите точку невозврата. То есть самим вам уже выбраться из той игры, в которую вы играете, становится практически невозможным. И трудно даже становится признать, что вы играете. Хочется оправдать себя всеми мыслями и немыслимыми способами. И мы уже знаем, что оправдание себя – это серьезная ошибка. Истинный и единственный путь к свободе – признать, что ты играешь в ту или иную игру, и понимание, для чего ты именно в нее играешь. После чего уже становится намного проще перестать это делать и выйти из ловушки. Кстати, маски часто будут возмущаться даже той информацией, которую они получают вот от меня на тему того, как они себя ведут. Потому что маски склонны защищать себя и свою правоту. И когда вы их обнаруживаете в своей жизни, в своем поведении, вам становится проще с ними расправиться, а, естественно, это не в их интересах. Поэтому будьте бдительны. Есть у меня знакомая дама, которая попала в эту ловушку весьма сильно. Будучи по жизни очень целостной, честной натурой, она подсела на изучение материалов там для стерв всяких о том, как манипулировать сильным полом с позиции тех ролей, о которых мы сейчас с вами говорим. В итоге она сама попалась в ловушку вот этой вот игровой манипуляции, и ее душевное и физическое состояние стало очень серьезно, поверьте, ухудшаться. Она стала лгать и скрывать свои манипуляции от того, кого когда-то любила искренне, а это уже смерть отношений. Надевая маску любой роли, вы перестаете общаться с человеком сами, как вы помните, вместо вас это делает ваша маска. В итоге вас постигает крах отношений и всего остального. Кластеры же, о которых мы будем говорить на курсе по кластерам, это не манипуляция. Это естественное усиление ваших женских способностей с учетом ваших природных биологических механизмов. Это вершина вашего естественного отбора как женщины. Имейте это в виду. Мисс эгоцентричность – это близкая родственница мисс стервы. Она целиком и полностью сфокусирована на самой себе и больше ни на ком. Ей постоянно нужно быть центром внимания, неважно, что именно она делает или куда идет. Это неприятное, эгоистичное, самопрощающее существо с зашкаливающим нарциссизмом, с самолюбованием. То есть она воспитана и ведет себя так, как любимая папина дочка, и ожидает от мужчины такой же папиной роли. Никакой достойный мужчина, если только он не любитель подобной гнилой компании и не сильно оголодал сексуально, не должен и близко приближаться к такому типу. Ну а женщины, вы сами делаете выводы о том, нужно ли вам в эту маску играть. Еще одна, к сожалению, очень частая в силу воспитания и требований социума маска – это маска мисс отчаяния.
Единственная цель такого типа женщин, будь она хоть младенцем в пеленках, хоть последней всех своих подруг в смысле там установления отношений с мужчинами, так вот единственная цель этой женщины – это замужество. Она отчаянно хочет выйти замуж и желательно прямо сейчас. Ей не важно, что за мужчина, с которым она знакомится и чем он занимается, раз у него есть мужские признаки, то его нужно тащить к алтарю. Ничего плохого, конечно, нет в естественном желании женщин создать семейную пару, но в данном случае это абсолютная цель, доведенная до абсурда. А поскольку у мужчины, как вы узнаете из курса по кластерам, есть специальные биологические механизмы бегства от таких целей, то вам, как женщинам умным, лучше последить за тем, не одолевает ли вас чересчур эта поведенческая маска. Маска мисс маскировки – это маска женщины, которая является продвинутым экспертом по обману мужского пола. Эта женщина говорит мужчине то, что он хочет слышать, и ведет себя с ним так, как ему нравится, до тех пор, пока он не оказывается глубоко насаженным на крючок отношений или брака. И после этого наступает печальная правда. Буквально за одну ночь милая маленькая девочка превращается в требовательную, жадную, меркантильную гарпию, которая тиранит всеми способами мужика, если он не идет у нее на поводу. Строго говоря, те из вас, кто всерьез вляпался в роли подобной этой, вряд ли способны спокойно слушать сейчас наш вебинар, потому что слишком сильны защитные механизмы и так называемые мотиваторы, то есть те оправдания, почему человек прав, даже если он не прав. Если же вы готовы понять, что из этих 12 фиксированных ролей ни одна вам не полезна, как будущий успешный хранитель семейного очага, то толк из вас будет немалый. Ну, а этой маски-маскировки, конечно же, необходимо избегать. Еще одна маска, достаточно популярная, кстати, у молодого поколения, это маска мисс-дразнилки. Такой тип обычно опознается бдительными мужчинами за километр, и если у них хватает ума и опыта, они стараются ближе, чем на этот километр, к такой даме и не приближаться. Ну, исключение – это так называемые мотыльки и игроки, но это те мужчины, которые вряд ли вам являются парой в долгосрочных отношениях. А такая женщина, я имею в виду мисс Дразнилка, она флиртует с любым персонажем в штанах в пределах кода города и пытается увлечь сексуально мужское население при первой же возможности. Иногда она одолевает до упора мужчин в возрасте, иногда и возраст без разницы, она морочит голову, ей нравится возбуждать мужчин сексуально и затем убираться в освояси. Ей нравится, когда мужчины слетаются к ней, как пчелы на мед, ну, хотя, может быть, тут подобралась бы мужской аудитории и другая метафора. Неважно, какими способами она этого добивается, умный мужчина ей не станет верить. Она просто стимулирует к себе внимание, но как только в поле ее зрения попадается кто-то более достойный, она сливает предыдущего принца, а потом вслед за принцем и его белого коня, сливает это все в унитаз в долю секунды. Просто, пожалуйста, постарайтесь эту маску на себя не надевать. Ну и, наконец, достойное завершение нашей галереи масок – это маска мисс-надзирательницы. Этот тип ведет себя исподволь весьма неприятно, и союз с ним для мужчины рано или поздно означает установление над этим горемыкой, я имею в виду мужчину, контроля во всех сферах его жизни. Эта женщина стремится доминировать. Она будет диктовать, что носить, куда идти, с кем и как общаться, каких друзей иметь, а каких не-не, чем питаться и так далее. Нет ни одной сферы, которую она согласилась бы оставить в покое. Ну, а если мужчина будет пытаться отстоять в чем-то, где-то, как-то свою независимость, то его ждут отказ в сексе, крики, визги, слезы и все другие тактики женского манипулирования, пока он не уступит ее требованиям. Ну, конечно, идеалов не бывает. Любая женщина в той или иной степени иногда склонна вести себя, как некоторые из этих 12 типов. В конце концов, у нее, как у женщины, есть на это право. Но если вы действительно планируете создание серьезных отношений, не следует застревать в этих ролях надолго, и тем более постоянно и без самокритики пытаться находиться в той или иной из этих психологических тюрем. То, что вы узнали сегодня, это лишь небольшая часть интереснейшей технологии того, как вы можете, естественно, для самих себя повлиять на поведение и желание вашего избранника, причем не делая несчастным ни себя, ни его, и, упаси Бог, не надевая никаких масок. В каждой женщине живет библейская Ева, но Еве было проще, у нее был Адам, которому деваться было в принципе некуда. Не так уж много женщин гуляло по Эдему, чтобы этому парню можно было быть слишком разборчивым.
Наш мир совсем другое дело. В нем царит невиданная жесточайшая конкуренция. Мужчины конкурируют между собой за женское внимание, но эта мужская конкуренция даже и близко не сравнится по силе с той, которая царит между нынешними Евами за право быть единственной и счастливой вместе с достойным избранником и за возможность реализоваться как жена, как мать, как любовница, как просто женщина. Эволюция жестока. Если вы не способны привлечь и удержать внимание, жизнь списывает вас со счетов, и никакие слезы и жалобы на судьбу не помогут. Ранние увядания, депрессии, болезни – вот расплата за пренебрежение собой и за незнание элементарных вещей. Я решил сделать вам еще один небольшой подарок и в качестве небольшого бонуса к этому вебинару дать информацию о двух способах решения проблем, которые наиболее часто применяются. Ну, проблема – это, как мы уже знаем, то, что возникает, когда есть две силы. То есть сила, например, вашего намерения что-то сделать и сила вашего, опять-таки, или чьего-то противонамерения это не делать. И в итоге мы получаем такую плотненькую штучку, которая называется проблемой, которая останавливает нас на пути к нашей цели. Так вот, существует два способа решения проблем, и очень важно их понимать, если мы хотим какие-то ситуации в своей жизни разрулить действительно полноценно. Давайте сейчас посмотрим, что это за способы. Способ номер один – это так называемый закапывающий способ. То есть мы берем проблему и делаем вид, что нифига ничего особенного в ней нет. Мы снижаем ее значимость и уходим от нее, так и не решив. С точки зрения реальности это означает, что мы либо вообще перестаем думать о личном счастье, сфокусировавшись на работе, например, или уйдя в монашество, иногда посматривая мыльные сериалы, либо превращаемся в стервозных мегер, у которых все мужики козлы, и поэтому ими можно как угодно манипулировать. На какое-то время это облегчает наше внутреннее напряжение, но только на некоторое. По сути, мы становимся жертвами, но не противоположного пола, а самих себя. Ибо нельзя решить проблему, если постоянно себе лгать. Если вы не хотите ослепнуть, не пытайтесь решить проблему, закапывая ее. Психологическая защита хороша только если вы не знаете других методов. Нельзя справиться с проблемой, если делать вид, что ее нет. И рано или поздно любое решение, основанное на закапывании, закопает вас самих. Другой путь решения проблем, естественно, раскапывающий. Он предполагает, что мы сами отвечаем за все, что с нами происходит в нашей жизни, и значит, можем это изменить. Ибо нельзя изменить то, в чем виноваты другие. Мы не можем изменить тех, кто приносит нам разочарование. Мы можем только повлиять на них, влияя на самих себя. Мы можем понять, что именно не так с нами, с нашим поведением, с нашей внешностью, с нашей манерой общения, и довольно быстро исправить это, получив точное знание о том, каким все это должно быть, чтобы проблема рассосалась сама собой, быстро и навсегда. Это бывает иногда не очень приятно, но иного пути к свету нет. Это именно решение проблем через понимание, а не через силу.